Югорский боксер Дмитрий Захаров выступит в составе национальной команды против сборной Кубы. Суперсерия состоится 22 октября в Санкт-Петербурге. В рамках противостояния проведут 5 поединков по правилам профессионального бокса. Вартовчанин Дмитрий Захаров выступит в весовой категории до 71 килограмма. Бронзовому призеру чемпионата страны будет противостоять чемпион Кубы Рениер Сальгадо. Отметим, что история противостояния наших и кубинских боксеров насчитывает уже полвека. Все поединки Лиги бокса Суперсерия Россия-Куба покажут на федеральном канале.